Всем привет, это РДК. На сегодняшний день корпус — это не только военное подразделение. Киберкрыло в составе РДК успешно занимается сбором, анализом данных о военных преступлениях и военной инфраструктуре противника. Мы добыли данные всей ракетной программы Российской Федерации, и за это мы благодарим коррумпированных и беспечных сотрудников ВПК, которые готовы за небольшие суммы продать достаточно ценную информацию. По истечении 2 лет войны полностью развенчались мифы о российской армии, о сверхсекретности данных и лояльности людей, работающих на войну. В первой серии нашего большого расследования мы расскажем о серийном убийце и любителе бильярда, который ответственен за гибель тысяч мирных жителей, а также о предприятии, на котором он работает.